Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Toyota Camry 2012 года выпуска. 2.5 бензин автомат, передний привод. Пробег на автомобиле 90 тысяч километров. Заменим на этом автомобиле стойки переднего стабилизатора. Поднимаю автомобиль, снимаю оба передних колеса и откручиваем стойки. Поднял автомобиль, снял колеса. Немножко собьем коррозию и грязь с резьбы. Сверху и снизу. Забрызгаем ВД-шкой. Маленько ждем. Ну, думаю, должно откиснуть маленько. Переставлю камеру. Шестигранник здесь на 6 миллиметров. Ха-ха-ха. Прекрасно, еще забиться резьба не успела. Также откручиваем нижнюю. Берем новую стойку. Новые стойки берем оригинальные. 48 820 33 070. В комплекте идет две новые гайки. Достаю стойку. Смазываю резьбу медной смазкой. И устанавливаем на место. Смазал резьбу, завожу стойку на место. Также ставлю ее сразу наверху. Наживляем и затягиваем. На новые стойки гайки на 18.
Все, стойку стабилизатора я заменил. Аналогичным образом меняем со второй стороны. Сложного ничего нет. На этом все. Замену стоек я закончил. Всего вам доброго.